работаем в городе по маршрутным автобусам и работаем на выезде из города по междугородним перевозчикам. У нас зарегистрировано 7 ДТП, это практически на уровне прошлого года. Рейд по проверке водителей начался ранним утром. Как раз в это время активно ездят междугородние и вахтовые автобусы. Сотрудники ГИБДД останавливали всех водителей общественного транспорта, курсирующих из Челнов. Контроль качества перевозок проходит в рамках операции «Автобус» в целях профилактики ДТП и пресечения нарушений ПДД. В ходе рейда проверялись наличие необходимых документов у водителей, техническое состояние транссредств, а также технические средства контроля режима труда и отдыха водителя. За время мероприятия было выявлено 57 административных правонарушений, из которых 35 совершены водителями автобусов. Самые частые нарушения – эксплуатация неисправного транспорта, управление автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения, непристегнутый ремень безопасности, опасное маневрирование, отсутствие документов для перевозки пассажиров, игнорирование дорожных знаков и другие. Операция «Автобус» продлится до 18 июня. Руслан Бекмухаметов, Сергей Вильданов, Новости Челны ТВ.